В историю современного искусства этот художник зашел плотно, как вбитый по самую шляпку гвоздь. Мы знаем его с 1988 года. Тогда первая персональная выставка в нашей стране художника Гюнтера Юкера состоялась в Москве, в Центральном доме художника. Я был на той выставке и помню, как родители привели маленького мальчика. Маленький мальчик подарил художнику досочку, в которой были вбиты гвоздики. Почему они это сделали? Потому что художник Гюнтер Юкер прежде всего известен тем, что он забивает гвозди. Он человек-молоток. Он забивает гвозди во все предметы, объекты и плоскости. Но он занимается не только этим. И сегодня у нас есть возможность узнать другого Гюнтера Юкера, запомнить его другим. В лофт проекте «Этажи» открывается выставка Гюнтера Юкера «Человек страдающий. 14 примиряющих орудий». Если говорить о Юкере, то сложно было бы, наверное, вынести за скобки всю ту историю, которую он проживал вместе со своей страной. Родился в 1932 году, пережил Вторую мировую войну, долгое время жил в ГДР, попал на Запад. И, конечно, все это находит отражение и в его искусстве. Хотя я не думаю, что он сам про себя мог бы сказать: «Да, я немецкий художник». Конечно, те события, которые, собственно, и сподвигнули Юкера заняться этой выставкой, этой темой, это ненависть по отношению к иностранцам, которая проявлялась в начале 90-х в Германии. Это произошло в Германии, хотя, по идее, можно и более общо сформулировать тему выставки, как один человек относится к другому человеку, что люди делают и как они поступают по отношению к другим людям, то, что абсолютно не имеет никаких границ. Мне кажется, что это искусство, которое не имеет временной привязки. И я думаю, что через 10 лет оно будет также актуально. И думаю, что объяснить это можно очень просто. Тема, которую это искусство поднимает, актуальна всегда. Я считаю, что это очень важно, внимательно смотреть вокруг и замечать первые признаки национал-социализма, такие как пренебрежение к человеку, такие как унижение человека. И нужно обязательно это уметь воспринимать и выразить свое отношение к таким событиям. Это нужно выразить простыми, может быть, ремесленническими средствами, простыми орудиями, инструментами, которые выражают и пренебрежение, и мучение, и страдания. Простыми средствами выразить все в художественной форме, так, как об этом говорил Маяковский. Стихи куют молотом. Хочу добавить, что грамматика современного искусства, она стала интернациональной. Не нужно развивать культ звезды, что он делает что-то особенное, отличное от других. Сегодня это стало всеобщим. Художник – это как сейсмограф. Он очень чувствительно реагирует на все, что происходит вокруг. Он ощущает жизнь, как на дискотеке. Здесь дискотека, и он хочет танцевать. Человек, который в течение 3-4 дней с наскока организовал здесь так виртуозно пространство, я обалдел, я ахнул. То есть как здесь это все экспонировано, как это все выставлено. Конечно, видел его работы в каталогах, в интернете я видел, но живьем. И он, конечно, сам очень харизматичный человек. То есть ему 80 лет, он очень живой, то есть он вечерами там сидел в кафе, выпивал. То есть артист, то есть вот не ходячий памятник с какими-то умозрительными конструкциями, а очень живой, видно, что по работам видно, что у него темперамент огромный. Восьмидесятилетний художник Гюнтер Юкер показывает свою выставку в России.
таком возрасте, с таким опытом, с таким багажом знаний случайных выставок не бывает. И на этой выставке все работы чрезвычайно концентрированы, они многосложны, они многослойны. Здесь сошелся и опыт русского авангарда, о котором говорит сам художник. Здесь сошелся и опыт, проблемы послевоенной Европы, нравственные проблемы вообще любого человека, и, естественно, связанная с этим проблематика христианства и символика христианской культуры. И вот мы, отслеживая эти вещи, разглядывая их, вынуждены сделать паузу. Мы должны внимательнее присмотреться к ним. Они не случайны, как не может быть случайным жест у художника. По крайней мере, многократно повторенный жест, даже если был жест по забиванию гвоздя, он постепенно складывается в художественную привычку, в традицию и становится одним из слоев нашей многосложной, многонациональной, многосоставной культуры.